Всем привет! Сегодня будет небольшое видео про копейку. Такой вот километраж. Чего у тебя не сломалось? Ну это минус 300. Ну вот он перестал. Сначала стрелка не работала, счетчик работал, а сейчас и счетчик не работает. Где-то 300 я прокатил еще. Не меньше. Ну нет, плюс 300, конечно, должно быть. Ну, короче, 92 тысячи сейчас должно быть. Потому что, я говорю, я и в камень сгонял туда-назад по полям. И на рыбалку ездил в верхнюю. То есть там где-то еще. Ну что, сейчас откручиваю, я поищу, схожу. Я его сейчас вынимать буду, ну. Так, пароротник. Где у нас пароротник? Теперь пароротник перестал гореть. Так, свет. Где у нас свет? Где свет? Так. Чё я тут мучаюсь? Ты не знаешь, Андрюша? Ты наблюдательный парень. Ты почему? Повороты есть? Ну, были, теперь опять нет. Вот лампочка эта. Дальний. В чем поворот? Смотри, делай. Короче, что-то массы нету, получается. Общий пробег у нас по тому спидометру получался 6500. На этом спидометре у нас выходит 6000. То есть на 500 километров меньше. Вот. Ну, в целом, значит, у нас и выходит, что здесь, когда будет 10500, мы тогда даже 9500. 9500 плюс 500 получается. На 500 же меньше здесь. Да, да. 9500 по этому спидометру мы будем смотреть, видеть. Да? Да. Ну, 9500, даже можно 10, в принципе. Да, мы находимся. Примерно 10, 10 тысяч. Да, вот, 10. Короче, 10 тысяч здесь будет. И тут все осталось 4 тысячи наездить. И будем разбирать. 500. Да, и уже будем смотреть. А этот что-то пришел в негодность. Этот, да, у нас он совсем. А он тут вон развалил шестерня, вот это он местами. Вон, вот развалилась. Вот кусок выломался. И, короче, она стала. Перестала наоборот работать. Вот такие вот дела. Лампочки я эти пока возьму. Попробую их потыкать там. Почистить. Потом, которые останутся, привезу. Всем пока! До разборки!